Каждый год в Славянском районе появляются новые социальные объекты, строятся парки и скверы. За последние годы красивые благоустроенные зоны отдыха появились в станицах Анастасиевской, Петровской, Черноярковской, хуторах Голицын и Коржевский, поселке Забойском. В этом году этот список пополнится. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» даже небольшие населенные пункты получают возможность благоустраивать свою территорию, делая ее современной и комфортной для проживания. Участником федеральной программы в этом году стало прибрежное сельское поселение. В поселке Совхозном по улице Строительной появится красивая парковая зона. Благодаря программе «Комфортная городская среда», благодаря поддержке губернатора Кубани Леонидовича Кондратьева в Славянском районе мы благоустраиваем парковые зоны. Приятно, что парковые зоны благоустраиваются не только в городе, а и в сельской территории. Это место, на котором мы находимся, его выбрали жители. Я считаю, что место выбрано правильно. Главная ценность, которая есть этого места, это, наверное, те деревья десятилетние, которые здесь растут. И вот к концу года мы эту территорию полностью благоустроим. Здесь предусмотрено все для семейного отдыха. В новом парке будет построена детская и спортивная площадка, оборудованы места для отдыха и небольшая сценическая площадка для проведения культурно-массовых мероприятий. На озеленение территории парка администрация района дополнительно выделит 6 миллионов рублей. Завершить строительство планируется к концу года. Все работы идут по графику. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».